Так, что у нас там, сколько в Дисе? Гостевая, 20 человек. Так, Керус, ты в Дисе? Плюс они что-нибудь. Так, я ебану. С коня на третью переставьте. Ауру, паладины. Кто-то. Где женек? Сука, где он там? Ниже, что ли, сидит? Женек, ты тут? Что-то я его не вижу вообще. То ли дропнул, то ли дискомфорт. Угу. Где Андреевич? Сейчас. А, Андрей тут? Че, пойдешь кем-то вместо Женька? Тут Женек офнулся. Или может у кого-то есть хил, как спекнуться? Да мне, блядь, факту нахуй не нужен. Рульмани, кроме вот этого токена, все. Вот честно. Ну ладно. Типа, у вас там ты забираешь либо один, либо второй и кучу претендентов, типа, да. Ну ладно, тогда это. Может спек у кого-то есть? Шаман хил какой-нибудь, слабенький даже. Поспрашивайте слот, еще кто-то может пойдет. Добери ДЦ, ДЦ нашего ПВПшного с этого, с гильдии. Ну давай. Пусть идет. Давай, где он там? У кого там ассист есть? Я рать, но он на БК. Для меня с БГ не страшно, он не будет. Хотел пойти, пусть идет. Не хочет, пусть не идет. Вы предложите ему. Добрый, господа. Ну, любое тело, короче, у кого там есть. Написали ему или кто-нибудь? Парни, 247 фурик, ой, 249 фурик ищет гильдию. Можем ко мне, нет? Дальневосточная гильдия устраивает? С 13, с 13. Фурики нам не нужны, нам фурики не надо. Только рамсы. Рамсы? Не, варни. Мы уже сказали, вы можете брать фурик и всех остальных во второй состав. И их не решать. Соли много не бывает какой-то в Дисе. Кто там с шляпы? Кем он зайти хочет? У вас там ассист есть, орканавта? Да, вроде я тут ДЦ, ливнёт с БГ. Два ДЦ, блять, охуеть. Короче, если чё, ну, Керус... я могу в поле приста. Да, хорошо. Если ему пати дадим сейчас, то спекнешься. Керус, ты, короче, подержишь... Кроша, а госпожа Олма в черепок. А ты, Протобутион, ты, короче, троих, понял, да? Протобутион, ты тут? Братан. Ага, вот ты троих. Все, дайте шкаф. Лок, давай шкаф. Локи, дайте шкаф какой-то. Давай спекайся в холика, пока он сумонится. Так, ну... Отводи их в левую сторону, то как обычно, вставай, потом убьют Ома, я заберу себе короля и все, его ждать штанчить. Киньте там лобстеры и бризи, кто-то по шаке иннеры, чтобы быстрее резнулись. И Керус по Андреевичу вот этому. Короче, шака, твоя задача присмотреть за Протобутионом. Там старайся на максимальном рдже в него кидать хилки. Он троих держит. Если что, крылья ему дашь. Если реверс не прокнет, прям сильно захиливай. Так, вроде все порезали, проверили. Здорово. Здорово. Вот, сейчас скажи, я на ком-то конкретном? Кто-кто? А, ты три, на... 3 миллилитра. 3 миллилитра? Просто ебашишь буйный рост, омоложение и все. Ну, понял, на рейде все. Ага.
Так, все готовы написано. Ну давайте танки на счет 3. Раз, два, три. Поехали. На пол, паладина, давайте, быстрее, много на пол, давайте. Почему меня в овцу, ну нахуй, блядь. Ничего, сейчас обратно превратит. Бабл прожал, там заберите короля, там, вот эту всю хуйню стаунтите куда-нибудь. Он скоро крутить вихрь будет. Это пиздец. Ребятки. Ну это протобуть он. Запоржит все, краш. Забрал короля, отвел. Отдай короля, паладин. Охуенно. Мне понравилось. Так, кто у нас там? Кто из них нормально дает? Ну, лобстер Викендорфа, Бризи, Фидикея, Ресни. И пока на этом хватит. Потом еще кого интереснее. Крошу пока и башим, как добьем, там добавлю каски вам. Так, сейчас поставлю метку, вот этого пидора в первую очередь бьем, звезда. Ну что, он откидывает, заебал. Так, чё, в каску попало. Разом. Дайте Геру там шамана, если у кого-то низко. Одна должна быть не в КД. Ага. Так, надо тут подумать. Кирус, ты, наверное, в танке оставайся, потому что что-то в этом пале я не уверен. Напулим на... Блять, на кого? На Мишку лучше напулим, потому что он вторым очень проблематично будет. Все напулы на Кируса на груле дадим. А на мою госпожу будем давать напулы, когда он на втором месте, ну, на втором месте будет. Про табу ты будешь просто бегать. Или если спек есть ДД, спекнешься в ДД. Если нет, просто бегай сокру, давай. И это. Так, из напулов у нас два ханта вроде есть. Нормально, хватит. Из кастера ПС-ку надо, кому нет? Ну да, посмотрим. Он либо лобстер, либо арканавт. Топ. По ДПС. Вихрь будет, мужики. Милики, не сдыхайте на вихре. Вот Зиар могут дать? Можете дать. Но лучше не сдыхать, конечно. Лучше отбежать, постоять. Так он же в дизарме не дамажит вроде, не? Ну, наверное. Ну да. Там три вара лежат. Один вар наверное. Мишка, зови, пожалуйста, короля. Мне надо атаки в био. Кто-то заберите там, или протобу, да иди, там агра дохуя, иди. Вон, пал подержит.
Метание бревна. Вихрь, отбегите. Отбегите от босса заранее. Ведь это шо, рыба? Че, он не крутится? Немножко доебал ДБМ. Короче, скоро вихрь будет. Не-не-не, он прошел, у меня тоже показал, что вихрь и все. А, да? Что-то... Или он был, блядь, я что-то проебался. Ладно, похуй. Не было. Не было его. Король нас наебал, короче. Сейчас с него шмотка нужная выпадет и все, блядь. И расход, нахуй. Я тебя совал потом в расход пущу. Хорош. А, эти котик, значит. Блин, я сейчас. Падла ебаная. Блядь. Просто вертел я этого пидора. Минуту одну. Сейчас ресните. И пошли. Детей где ДПС? Давайте вырубим. Я вас словил, потом еще умер, блядь. Сейчас меня грули не понят, сплочи, нет? Покажи. Танки, танки, вы тут? Минус сова. Три танка, вы тут? Алло. Керус. Минус кровь, блин. Керус, ты что, в ДД прыгнул, что ли? Или ты что-то не могу понять? Керус. Он не здесь вроде. Да, мне показывает, он в ДД. Керус, ты тут спиканись в этот. В мишку. Там я в том пале не уверен. Что-то тяжко было на королях. Мне кажется, на груле не очень будет. Тини, может и нормально, но на всякий случай. Сова хотела потанчить. Охуенно. Бризи, ебани инер по войду. А вы поставите мелихас потом? Кто-то? Это... Танк поставь, блядь. Керус, блядь. Спиканешься в танка? Есть спек Фидикея. Давай спекайся. Фидикея? Фидикея, спиканешься или побьешь? Чё? Танк, а что танка? Ну, или побьешь. Я побить хотел. Пишите про спек, ну, если не пишете, то вы идете на тот, в котором вы идете. Если у вас прям одето все, если вам надо что-то на спек, пишите. Не-не, я написал, просто спросил у тебя. Типа, вот я на танк хочу там кусок, типа Т4, из этого спросил. Шкаф.
Так что из вас, кто спиканется, Фидике и, или Керус? Я больше, да, в любом случае. Никакой игры не было. На пул и на звездочку. Так, тут пал что-то АФКшит, короче, хуй на него. А, вон он бежит, принял. Госпожа тут? Стандартный Женя. Стандартный. На полчаса ушел. Этот, кто он? Протобути он, ты, короче, теперь второй танк. Ты второй по агро. С пула напуливаем на Керуса. Милики не дамажьте. Фидике в особенности тоже, ну, чтоб не сдох. Все, давайте. Так, погоди, что-то не помню. Мы в два танка, погоди, что-то я, блядь, не пропадает интернет. Мы, я танчу или протобути кто-то танчится? Давай ты больше агро наберешь, ты отходил просто. Не. Ты второй, на Мишку все напулы на Керуса, на звездочку все, ханты даю. Все, на счет три пуляем. Раз, два, три, побежали. Дай поиску для тебя. Ну чё вы бьёте-то, блядь, сразу сходу? Дайте отвести-то я. Герой! Сдохнуть хотят. Давай, прожимай там этот, как он называется. Ой, блядь, скажи мне. Берсерк и всю хуйню. Ну, короче, надо саль выдавать, наверное, по Грязевару. Да я это отошел в пизду. Так, Грязевару я дал. Сейчас будет эта хуйня. Короче, господа, дашь массакру, я тоже постараюсь дать. Короче, дал, не знаю, поможет, нет. Должна помочь. О, нормально. Так. Гера. Чё? Давайте, Геру, этот самый. Викендорф, дай по злой доку сальву. Вот по лобстеру не надо. По злой доку давай, Викендорф. Вары вообще, этот... Если вы скиллованные, блядь, если у вас омен есть, хотя бы у одного, покидайте этот вмешательство. Потому что сейчас злой док обрыгается просто и будет лежать. Нужно, чтобы этот... Госпожа был на втором месте. Так вас дайте будет. Дайте я второе, пожалуйста. Танку по себе со льву давай. Протобуть он со льву по злой доку еще. Госпожа... Да мне поп дали, мне поп дали. Ханты на госпожу следующую на пулы дайте. На кружок. Вот, все. Нет, там Викендорф еще. Викендорф. Вара, если не слышно, еще расколы скидывайте, пожалуйста. Поиску по откату скинь, если будет. Так, вроде догнал. Нормально. Там еще откатится сальва. Андреич, ты там стоишь в хуйне. Ладно, пускай сдыхает, короче, похуй. Сверху там штукатурка падает. Милики тоже за хп, смотрите, там... В принципе, ДПС что-то дохуя прям. Так как на 7-8 убьем. Так, сокру дал. Yeah.
Нихуя у него копыта какие здоровые, блять. Если когда, наверное, пятый хожу, что я не могу ноги выпадать. Блять, такой тяжкий у тебя этот фон или что, я хуй пойми, так голос искажается. У всех такая хуйня, прям его тяжело слушать. Хуй пойми, что сказал, короче. Он всегда так говорит. Пятый КД, когда он ноги болтать не может. А, понятно. Ну сейчас посмотрим, может выпадет. 100к начальная цена, короче, фидикей. Специально для тебя со скидкой. Ну типа обычно я за 200 продаю. Да это просто Андрей, у него это, задержка в развитии немножко. Пиздец. Так, задержка в развитии? Задержка менструального цикла. Развитие. Давай, крути в мишек в левик. Ну-ка, выпали твои ноги? Нет, да блядь, ну сука нахуй. И мои тоже не выпали, сука. Портал в шатрат, магия. Пизда. Пары зато пухи валятся, блять. Варам может радость. Мне тоже, блять. Так, портал шатрат, летим. На кубы. Челики без лагающего интернета, там нормальные, короче. 5 плюсиков. Кто с вас босса потанчит? Керус куб прожмешь или босса потанчишь? Так, Шака, ну ты хилишь, ты лучше стой щитуй. Вон грязевар и руш поставим. Так, все равно, если будет на полу, то я потанчу. Давай куб нажмешь. Нажмешь? Скив... Ага. Нормал. Керус, танканешь босса? Черепок тебе дам. Бета-тестер тоже на куб, да? Четвертый и пятый надо челик. И еще одно тело на куб какое-то. А вон Андрей ставит. Надо ставить на кубле 5 дк и вообще нахуй их не хилить. Фитоша. Фитоша на куб. Угу. Типа это зеленку прожимаешь и 0 дамага, да? Этот Андерович в Диси, ДСшник второй. Точнее первый. Точнее ПВПшник. Да, да. Это самое... Ты ж тут был, да? Да, да. Короче, возле дверей будет метка там, звезда и кружочек. Между ними, короче, стой там щитуй на кубах окей. Чисто. Ага. Вот там две возле босса я возьму и одну Петя, наверное, поохотает. Сейчас подойдем, расставим. Сейчас от 3 не стоят, парни. Локи подлетают? А, ну в принципе, тут все уже подлетят сейчас. Ребят. Делать магию кулдаунов или нет? Чё, магик? Магию кулдаунов делать или нет? Это что такое? Обновлять полностью, чтобы трэш побыстрее зачистить. Да, я ни разу такого не видел. Ну, типа вниз спускаешься, там где трэш, и все, погнал. Ты какой раз со мной на магиках ходишь, алло? Первый раз. Нет, в хэме мы так делаем. Ты, а как не бить трэш? Ну-ка, я что-то не знаю. Нет, бить трэш, но при этом открыть. Бурсель же за 10 секунд прожимать. А, это надо сдохнуть, типа? Нет, ну, босса запускаешь, он выйдет, обновляется КДшка. Ну, типа мобов стаунтить и выйти, да? Или как? Да, да, да. А, ну так всегда ж так делают. Нет, с самого начала прям. А, ну не знаю, ну делай. И гимны по КД кастуйте и все. Че, давайте смоним этих людей, и я погнал. Я понял, что я нихуя не понял, нахуй. Сейчас ты увидишь великий вайп. Ну это чисто это способность друидов, да? Нет, это магик. А, блять, не знаю, нахуй. Ну это баг или это не баг? Нас не забанят? Нет, не баг, это они сделали. Ходок на сову каких-нибудь побольше. Ну это вот к Пете, походкам, я не походкам. О, все, обмазали, я полетел. Только на трэше тут осторожно, ребята. Сейчас вот этих троих разъебем, сильно много не агрите. Из огня выходите. Все прилетят. Кастуйте бомжей сразу. Все прилетят? А как мы их зальем, нихуя? Ебать. Конечно, бомжи будут.
Бомжей, бомжей, вызывайте все ДКшники. Ебать, мы это не прохилим. Этот. Бля. Фаил. Все, теперь гимн херачьте. Пристыдно. На ХП? Загня, выбегай. Да, 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 да. Загня. Этот, Шака, давай на ХП кастуй. Уже. Ну тогда Андрей Савич. Обновляй. Кастуй. Короче, дал массакру. Выбежал Сагня. Хантым, Ханты, дайте аспект. Ханты, дайте аспект на массовый. Да, забейте, это была ошибка. Это жесткая хуйня. Что-то в обычке слишком суровые какие-то. Они, конечно, суровые. Заходите, давайте аспект, заходите быстрее, блядь, все. Заходите, заходите речи сюда, пока мы тут не сдохли. Тут трэш недобитый. А чё ты эту хуйню проворачивал в Герри, говоришь? Так там, блядь, мобы по 200 бьют вот этой стрелой, а здесь больше намного. Да, и... Что ты понял, я от одной нестабилки. Так понятно, нахуй, она по пол хп здесь бьет. Ебать, меня пиздят, нахуй, алло, блядь. Сука. Ебать, ты хуйню придумал. Сука. Падать надо и выходить. Ну, все, выходите, короче. Выходите назад, назад, бегите на выход. Там уже пизда, давайте, нахуй. Там хилов не хуйня. Да все, уже, выбегай. Там хилы все сдохли. Тут 5 мобов, блядь, жизни, блядь, 50. Уже все, уже пиздец. Сейчас заново будем ебашить. Ну тактика все, охуенная, все, мне понравилась. Зато попробовали. Чё, все там сэвэйдились? Да, да, заходите. Вы просто слабые. Ну да, конечно. Пару волониров не хватало. Нет, вы не готовы. 4 аршама будет дичь прохилили. Я думаю. Ну, наверное. Или 5 паладина. Тут эти три моба могут нас выпануть, нахуй. Ебать, я думаю, я сейчас гимн. Какой-то супер баг, нахуй. И гимны сдали, всю хуйню. Я пока каски пораздаю пацанам, ебать. Ну это по-любому счастливый рейд, нахуй, после такого вайпа, блядь. Они, видишь, они тонкие, нахуй, чё у них там, лям 600, блядь. Но они ебашат жестко. Вот этот огонь, зайди в него, там, пиздец, блядь. Поскольку он бьет, ну-ка. Чё-то баг какой-то не бьет нихуя. У миликов иди спроси. Вот, видишь, пол хп у миликов нету. По 9к. Ну, это жесткая хуйня. А в Герри они так не бьют. Там вообще изи. Так в Герри вот мы сейчас ходили, я напулил абсолютно всех. И вообще там, ну, только долго убивали их, блядь. Ну понятно, они там жирнее, но бьют мало. Все, тащите их всех, короче. Сейчас будет мясо. Я думал, ты какую-то спецтактику знаешь, но тут нихуя. Есть спецтактика. Так вот спецтактика. Кастите там бомжей всю хуйню. Бомжей, нахуй, а потом мы туда внутрь зайдем, чё мы кастить будем на големах, блядь. Так, Касти, обнови... давай. Слабак. Ничего ты не знаешь в этой жизни. Не, я не знаю, когда обновляется вся хуйня. По КД обновляет. Когда таунтишь мобов обновляется или когда? Когда таунтишь босс. А как его таунтить, если он, сука, в невосприимчивости стоит? Мобов агрис от начала боя с боссом. Ну, вот. Затаньте еще раз. А подожди, тоже там. Еще Касти. Куда вы уводите? Тащите их обратно, блядь. Короче, да ты. Это... Ты имеешь... Они... это лик. Это лик ферряет, блядь, и убегает за танком. Короче, ты имеешь в виду сюда всем спуститься, типа, и здесь таунтить. И пока до гимн на ХП читать или что? Вы можете вообще никуда не спускаться. Я один спускаюсь и просто мобов лагерю сам. А вы, блядь, откатываете с пылы прямо наверху. Вой, недавно сделали такую фишку, когда если ты вайпнулся, босс выйдется, и у тебя все скиллы откатываются. Ну я слышал про такую хуйню, но я не знал, что... Ну так вот, это такая хуйня, он, блядь, агрит босса, блядь, он и выйдется, босс, и у тебя скиллы откатываются. Понятно. Так, сейчас я расставлю эту хуйню, все. Так, ну, ваша метка на вас соответствует 3D метке на полу, как обычно. Так, там уже на всех все стоит. Ну, короче, между кружком и звездочкой стоит этот Андреевич. Луну хилит
Петя, а ромбик и трусы я похилю. Все, проверка и будем начинать. И этот Фитоша. Святоша, ты тут? Фитоша. Фитоша, это готов? Все, ну, запускать. Короче, под первые стрелы дам массакру, а дальше паладины там на свое усмотрение. Дадите. Все, дал. На вторые там стрелы, может, там этот госпожа дать. О, эти мобы вообще, смотри, как быстро разъебываются. Так, и мана тьму дам тогда. Ебать, 50 секунд активации. Время на анекдот, блядь. Давайте анекдот, кто знает. Ха, Blizzard хочет в России вернуться, смешно. Кто-кто в России хочет вернуться? Blizzard. Ага. Ну типа, убытки у них дохуя, типа, играли в Вовку, что ли? Ну 5% теряли от прибыли с нашего региона. Ну это приличные цифры, нахуй, там же миллионы, блядь. Конечно. Вот тебе анекдот. Warner Brothers хочет вернуться тоже, 15% убыток у них прибыли. Brothers — это порнуха, которая? Warner Brothers — это киностудия. Я понял. Кому что? Сразу порнуха, что ли? Я не знаю, да. Ну, брат, Brothers. Ну, есть, говорят же, лысый из Brothers. Говорят же такую хуйню. Лысый из Brothers. Да, да. Звездочка, что там стоит? Звездочка, иди, звездочка, туда. Звездочка, иди в звездочку. Раш. Да тут? Сейчас я Сандер вам у нас такой. А, да похуй на Сандер. Какой негодяй мне, блядь, кинул эту Бобса. Боб? Дайте Салю подыграть. Я тебе кинул Боб, чтоб ты не ворвался. Это же... А тут опасный человек, бля. Он что, извиняйся? Я, короче, он не таунтится, босс. Босс не таунтится. Пришлось тебя притормозить чуть-чуть. Ладно. Короче, Бризи лобстера резы, а ты потом Фидикея резнешь. Босс не таунтится там, если что, на будущее, если кто-то забыл. Я сейчас за Сандером послежу. Бризи, давай этого лобстера резы. Сэр Бризи. Бризи, ты тут? Бризи. Давай ему напишем. Блять, это вспышка 5 секунд, готовьтесь. Бризи. Резни. Лобстера. Бризи, слышишь, что у меня тут провода кипи есть. Готовимся, готовимся нажимать. Нажимаем. Кто так долго нажимал? Треугольник? Не могу понять. Бризи, у тебя 20 секунд рез. У него КД что ли было или что? 15 секунд рез. Бизди реса. Пока правильно скажешь, не риснут. Бизи у него ник. Бизди? А. Не Бризи, а Бизи. Без Р. Бизди, да? Это... Не Бизди. Братан, не надо. Ну, неправильно, и не надо так делать, там не рез, ну, пока правильно не скажешь. А то это будет, ну, не очень приятно. Сандерс, так? Не так, успею. Грязевар, короче, на тебя, и буду бэтика хилить. Да похуй на этот Сандер, ебать, кому надо ДПС? Быстрее. Смотри, полбосса уже убили. 10 секунд до вспышки. Сейчас после откидывания готовьтесь, будет вспышка. Давайте, давайте на фул поддержим Гера. Да, конечно, давайте. На фул. Геру нажмите. Нажимаем. Хиз,
стойте, хильте. Похуй, шаманы тут в чате или нет? Я за похуй никто не нажал. Думайте, Лера, нет, Лера. Ну, Бетик, может быть, у него КД, а у этого, у Элема, наверное, Диса нет. Я куб жал, блин, такой. Ладно. Перед следующим кубом тогда нажмем. Вот, ну заебись. Охуенно. Самое то, бурсты кончились, прям заебись, Гера. Похуй ты, похуй. Ну вот, я про то и говорю, что похуй вообще. Я помню, в Т5 сюда приходим, уже, блядь, королей один танк танчит, блядь. Да, ну, есть такое. Скоро выпустят Т5, так что, блядь, будем ебашить. Да, скоро. В следующем году, блядь. Лесовые убивают всех королей. Да может в конце... Секунд, кубы, приготовьтесь. Чё говоришь? Кубы, приготовьтесь. 7 секунд. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Короче, 3 секунды до кубов. Примерно. Готовимся, нажимаем. Есть пэс? Ну, звезда, блядь. Не нажал, блядь. Чё за хуйня? Я, кстати, нажал, он не нажался, блядь. ГЦ. Да, может, ты стоял на кубе, ты словил этот. У тебя дебаф появился. Нет. Да, я, короче, первый раз нажал. И нету луча, я вам отвечаю, блядь, я первый раз... А ты на кружечке стоял или ты рядом с кружечкой стоял? Я всегда рядом, я всю жизнь рядом стоял. Ну вот я все, поймал текстуру, называется. Ну что я всегда говорил. Смотри, а по что в сторонку стоишь, кайфуешь? Сколько блядь, я этих кубов нанажимался, блядь, хуй знает сколько, и я первый раз такой... Да, видел. Тоже волосы из ушей уже растут, сука, кубы нажимаю всю жизнь, нахуй, ебаный рот. Короче, бежим. Это, с пула там два ханта всего лишь. Я не знаю, прослакали они там или нет с напулом. Ну, Мишки, пока босс подойдет, вы там набираете огром, блядь. Так что смотрите, вомен, нахуй, если он у вас вообще есть. Босс этот не таунтится там, если что. Вот там не успели. Можете проверить это? Да можно, сколько угодно, но он не таунтится, это стопудово. Окей. Ну давай проверим. Вот нанесенный урон. А, кто там? Керос был. У него рык должен быть. Так, рык. Рык. Нет. Есть такое понятие иммун. Вот, смотри. Вот, иммун это означает невосприимчивость. Вот это означает, я что... Я проверю. Ты хочешь стаунтить его, типа? Да. Проверяю. Да, таунти. Не таунтится. О, рыбу кто-то поставил. Сейчас паладин добежит. Ладно. Покажу гигадипис. Дай каску шамана. Ой. А я вроде давал. Нет, кулак только висит. О, блять. А, подожди, сейчас проверю. Widlight. Сейчас есть уже. А, он-то танку кинул. Да, там кто-то кинул. Ну просто у меня она выключена была почему-то. Ну, фитоша. Чё? Я был в инсте, где шамана не было, блядь. Фитоша, тут? Блядь, а кто не нажал? Звезда же, да? Смотри, блядь, да. Не, это не проебись в этот раз. Блять, что за. Я буду на платформу заходить. Я ты кинул как 10 секунд. Будет просто типа до куба, давай Геру. 3, 2, 1, пол. Заходи, делай что хочешь там, блять, кверх ногами там вставай, похуй. Главное, чтобы нажался куб, был луч. И все было охуенно. Дал массакру первого. Черепок забрать там. Телефон забрать надо. Блять, танку разъебало. Нихуя вы жесткие ребята. Черепок забрать надо. Да там ты чё, там упало в КД на таун 5 минут. Они не могут забрать так быстро, как ты говоришь. 6 секунд. Это я порофлил. Даже танк сдох нахуй, они так охуенно танчат, ты видел? Это он, наверное, массакру дал и не отменил, да? Я в ДД был. А, ты в ДД был? Я думал, ты в танке. Он 21к ДПС отдал, блядь.
Я понял, блядь. Да я вижу, что вы лежите, блядь. Ничего, сейчас резнем третьих бомжа. Танку. ГТ-тестер. И кто из вас больше дал? Бас в агро не держит. БТ-тестер, получается, больше дал. Ну, последний сдох. Да, танки хуёвые. Первый был. Второй быстрее. На пул хуёвый, танки хуёвые. Босс не таунтится нахуй. Ну как же? Реса. Ну, там до босса. Давай попозже тебя ресну, короче. Хуяк отменил так. Я сейчас нажму кнопку. Так, резнул. Так. Это ебани танку по нему. Рыба пропала, ну. Да похуй. Танку ебани по нему, это каску, я потому что крест поставил. Сейчас босс активируется, короче, пизды вам даст. Давай, смотрим вомен на босса. Собака заебала гавкать. Секунда до пула. Ханты напуливают на Керуса. Так, 34 тысячи, 57 тысяч, агро, 72 тысячи. 88, Мейсон 78, 100 тысяч у Керуса, Лобстер 90, Лобстер 100, 120, 140. Надо ему со льву въебать. На, со льву. Будет охуенно. Лобстер первое место, второе. Злой док первое место. Злой док, Викендорф по злой доку дай со льву. Настижение агро. Лобстер продал. Злой док, это в первой пати вар. Злоу док такой. Слушай, Войн, а ты не работал комментатором, случайно? Блять, работал. Ну я комментировал хуйню там. Рейды? Да, в основном. Порнуху комментировал. Озвучил. Скоро... Лысого брата там уже озвучил, блядь. 10 секунд, кубы приготовились. Готовьтесь. Жмите, Геру. Одному. Готовим, сейчас будет пиздец, короче. Ну, нажимаем. Звезда нашла. Кто-то пиздец, там прям по нервам нас убирает на кубе, блядь. Он хочет, чтобы. Он хочет, чтобы мы были в тонусе. Кружок там и звезду, смотри, этот Андреевич. Ты тут стоишь, что? Ты иди туда, кружком звезде. Я хилю звезду. Короче, ты тогда звезду. Этот. Хиль какую-то, либо луну, либо кружок, блядь. Чтобы один там две метки держал, другой третью. Че там кружок не фул хп? Госпожа, блядь, сейчас сдохнет. Че он там, блядь? Короче, будет второе откидывание, и потом уже будут кубы. Потом, короче, будет еще третьи кубы, а потом будет уже 10 лямов у босса, а потом будет четвертый кубы и все. А вот такая... потом кто-то не прожмет. Сука, кто не прожмет, к тому, короче, приеду на малиновой девятке и покажу багажник изнутри. Вместе с собой же? Нет. Ну, просто... А, блядь, с тобой залезет, блядь, туда и будет показывать. Экскурсия. Не серьезно настроен будешь. Серьезнее некуда, блядь. Ну, мы после откидывания, блядь, прожимаем. Готовимся сейчас уже скоро прям. Нажимаем. Нажали. О, красавчики. Я уже говорил, да, что я думаю, надо, чтобы админы сделали какую-то награду челикам, кто кубы прожимает. Прям, не знаю, голды там, сердоликов, чтобы им падало в сумку. Это же ответственные люди, они нас спасают. Рейд от вайпа, блядь, просто. Да ты, блядь, нет. Сколько желающих будет, блядь, на куб? Да. Андреевич, ты какой-то плохой ПВПшник, блядь, не можешь хилить две цели сразу же. Да одну цель хиль, кружок и все. Да, сделайте там, пускай. Да он одну не может, он теряется, кого хилить. Это там дыря... Там ретрик, там... Нет. Танкошмот снял. Я думал, ты в танкошмоте будешь куб прожимать, что... Там не убьет. Да нет, видишь, я специально снял, чтобы... Хилы работали. А, работа, ну все правильно, да. Тоже надо все это в тонусе держать их. Кубы 15 секунд. 10. Готовьтесь. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Нажимай. Чуть не проебали. Наверное, еще разок нажмем. Там уже лямов 8, наверное, когда будет 7. Сейчас будет потолок. И Андреевич, уходи в стенку. Так, потолок. Я готовлю массакру, короче. Сейчас немножко попадает штукатурка. Даю массакру.
И начинаем прохиливать. У всех сбился с кубы? Там, по-моему, на 5 секунд, да, сбивается? Ну, что-то такое, да и похуй. Ну, просто босса нажмите запомнить цель. Ну, у меня, по крайней мере, пишет 25 секунд, 27. 32. А, значит, у нас нормально с тобой по 30. Только смещается на 15 секунд. На 5. Да похуй. Ладно, прожмите. Я скажу так, да. 10 да. секунд, куда готовьтесь. Мне начал голос приятный, кого-то обиделся, ребенок взрослый. Готовимся. Это не лимон случайно там, блядь? Голос похож. Я свою мужу не говорю. Это, готовимся. Подожди, вы раньше не нажали? Давай, нажимаем. Все нормально. Все, давай, последние кубы держим. Да, хули. Можем бить идти после них. 3 ляма осталось. Спасибо большое. Ебать, давай, госпожа, покажи ДПС. Крылья нажимай. Я тебя похилю, я лечу. Я тебе частицу даю, короче, давай. Ну я, блядь, слёт, у меня джаги 17 тысяч слабо, блядь. Подъебало, вставай, подъебало. О, блядь, уже все, пиздец. Так, ну и момент истины. Сука, ебаное говно. Блядь, меня убило. Че за хуйня? У меня убило 60 тысяч обломов. Уже забежали. Ты недостоин. Да. Приснись всех, пожалуйста. Я, говорит, тебя прохилю, блядь. Вы все слышали? Вставай, подъебло, я тебя прохилю. Да что-то хуйня какая-то свалилась сверху, нахуй. Зубы упали, блядь, у босса. Я первый сдох, блядь. Сука, пидерсия, блядь. Я сейчас с ЦЛК пойду, если кто играет там. Это. Кто играет? Если вдруг... Да, пожалуйста, по фасту разрулить. Если вдруг хватать слотов не будет. Короче, по фасту, вот эта хуйня надо кому-то. Сумку на кого бог пошлет, просто кидаю. Давай, Серсей, я тебе кидаю. О, нихуя. У Серсея не было сумки. ГЦ. Какая сумка? Это голова. Ну, сумка, нахуй, которая 20 сумка, слотов. Это. Так, 88 Сенку, да, получается? Да. Так, в какой он пати там, блядь, не вижу. А, в четвертый. Сенку, ГЦ. Там кольцо бисовое. Мешок с самоцветами. Сеньки. 99. 99. Блядь, лучше бы на грудак кинул такой, сука. Смотри, у тебя бьют, смотри, 100, блядь. Ну, там два сердолика по-любому. Блядь, я отдал? Рушу. Два сердолика. Да. Вот эта хуйня. Все, осталось. Да-да, сердолик. Кому что надо там, это, думайте, размышляйте, там, из кусков что выпало там. Ну и это... Даже значит, упало. Плечи 10. Что-то упало наполовину. Не, напала нету, 0 токенов напала, блядь. Так. Знаешь, давай на руку берем. Под контакт тут, правильно? Чего? Я это. Всё. Я про Т4. Если кому-то надо Т4, заанролим, кому надо это самое. Вон там уже первое приложение. 10к плечи. Если больше у кого-то есть, то тогда вам приоритет будет. Но вам нужен кусок. На друида, наверное, что-то. Аресивил. Где ты, блядь? Меня продает. Аресивил. Плечи. Можем. Там тело же вроде нет, на друида. Так, Аресивил, вроде тебе отдал. Сейчас на себя звездочку поставлю. И оставшуюся хуйню полинкую. Так. Колотушка. Вот это мне надо, блядь. Руш, Мейсон, Ду... Вы чё, гоните, что ли, сука? Нихуя. Танку 94. Танку 94, оно тебе надо вообще? У тебя вроде лучше. Пусть забирает, хочет, берет. Танку надо тебе? Танку, прием. 260-е как-то. Ну, хочет он забирать, но на трассу он пусть забирает, блядь. Ну он выродил, ты должен отдать. Так, минус. Следующий Викендорф. Викендорф, что у тебя? Ну, у тебя хуже. Так, Викендорф. Следующее. Запы. Для пароля. Опа, ебать. Бисовые. Бисовые выиграл. Заебись.
Все, ретрик теперь 15к давать будет. Угу. 14999, да. Зубы груля, хилы, хэпалы, ДЦшники, эршамы. Вот эти зубы тебя и убили, блядь. Так, плечи, наверное. Синку. Че, у тебя с острова нет, что у тебя вообще хуйня какая-то. Ну давай обмен. Так, синку 82, правильно? Правильно. Остался топор, сейчас по токенам разберемся. Кроме мага, которому плечи за десятку нужны, еще кому-то нужно что-то? Там, короче, штаны Навара и грудак на друида. Тоже Навара. Так, госпожа. Все, помехопуга. Так, больше мою пушку. Плеч 11к вон. 11? Синку 20. Синку 20. Кому-то еще что-то надо? Так, синку, где ты? Осмотреть. Ага. Моя госпожа, это кто? Это Пал. На счет 3 забирает плечи за 20 синку. Раз, два, три. Ой. Что, на этом все, да? Сейчас еще два куска кину на ру. Ага, понял. Давай. Так, штаны друид. Ой, блять, МФПМ линканул. Штаны друид. Так, лобстер 52, 78 раш, 81 ЗМЛ. 3 миллиметра. 3 миллиметра ебашит просто. Две цели, три цели захиливал на кубах, так что ГЦ. Грудак. Я ебал этот рог нахуй. 95 бизи. 95 бизи. Так, где ты бизи? Давай обмен. Могли. А, по-моему, спасибо. Угу. Все, все разролил. Всем спасибо. Сука, третья КД хожу. Нихуя я напала, не падает. Это тебе надо меня не брать. У меня на шамана вообще не падает ничего. Пиздец.